Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Ромулус, и сегодня мы начинаем прохождение одной из наиболее легендарных аркадных игр, так называемой серьезной Сэм 3. Игрушка относительно новенькая, всего несколько лет ей насчитывается. Ну, эта игра имеет своих любителей, свой контингент, которые любят время от времени переигрывать и побеждать. Для меня это будет первое прохождение от данной игры, поэтому не судите строго. Приближаем. Так, пропустим немножко игрового сценария. Так, наш серьезный Сэм. Так, что у нас тут есть? Оружие у нас. Они без меня не пропадут. Ноль. Ну давайте. Черт! Ух ты, ё-моё! Ну чё уставился? Кончай глазеть! Так, ну что ж, в предыдущих частях такого не было, насколько я помню. Была кувалда. Так, вот она, моя дорогая. Ё-моё. Бита есть, найду пару бошек, поиграем. Так, отлично. Что касается биты, первый вид оружия у нас есть. Вертак в хлам. Я в паре кварталов от него выдвигаюсь к Альфе. Стоун, сколько раз тебе говорить? Пристегиваться надо! Забей, Родригес. Где вы есть? Мы у входа в музей, как и положено. Где ты там застрял? Держитесь, я иду к вам. Понял тебя. Ух ты моё. Так, ну это класс. Не помню, что в предыдущих частях можно было так легко разрушать интерьер. Ладно, не будем заострять на этом внимание, пойдем дальше. Так, ну что ж, свободное плавание. Так, братец мой. Так, есть. Молодец. По узким улочкам Каира мы будем гулять и искать себе противников. Так, кого-то мы забили. Так, непонятно, но кого-то забили. В любом случае, количество направлений здесь ограничено, и мы обязательно найдем своего противника. Ух ты, ё-моё. А тебе чё нужно? Что такие? Так, интересно. Как-то сказал бы даже слишком легко. К сожалению, нет у нас пока стреляющих видов оружия. Они бы нам сейчас пригодились. Ну, такой серьезный самолет. Родригес, я сказал, буду через минуту. Это Джонс. Родригес. Вот черт. Так, прекрасно. Нам в рукопашную надо идти на тех, у кого есть оружие в руках. Круто. Реализм выше некуда. Так, посмотрим, кто-то здесь должен нам подарить свою пушку. Это что? Ух ты. Неужели против нас?
все-таки похоже больше на декорацию. Но сюжет, наверное, классический, как во всех серьезных сценах. Инопланетяне напали на Землю, и нам нужно спасать родную планету от захватчиков. Вообще ничего не понятно, что творится. Так, ну, братцы, давайте первый уровень все-таки пройдем. Так, не здесь возможность пройти. Я уверен, в игре должны быть какие-то секреты, которых мне еще неизвестно. Будем стараться их обнаружить по ходу прохождения игры. Здесь ничего полезного для нас. Но где-то должна быть брешь с следующей локацией. Так, вот здесь появлялся корабль. Значит, где-то здесь должна быть дальнейшая ниточка нашего сценария. Первое наше оружие, вот мистер оно. Мистер Смит, мистер Вессон, рад вас видеть. Так, у Сэма такое специфическое чувство юмора. Интересно, почему не символ ли это того Сэма? Так сказать, намек на того, кто спасет Землю в случае чего. Или во всяком случае должен будет сделать. Так, посмотрим, может быть тут будет какой-нибудь дробовик все-таки. Пистолет дело хорошее, но это не выход. Ладненько, походу не светит нам тут дробовики. Thank you.
Ой. Так, давайте попробуем спрятаться здесь. Зачем так громко? Так, опа. Стоять. Тут же интереснее. Слишком легко мы проходим этот уровень. Так, ну посмотрим, посмотрим. Все-таки должна какая-то быть такая загвоздка, сюжет, интрига, которую мы должны находиться на грани между победой и поражением. Квин, вертолет в зоне видимости. Что с группой Альфа? Я их потеряла. Конец группе. Господи. Живые есть? Нет, здесь становится жарковато. Я вхожу в здание за профессором. Принято. Осторожнее, там может быть полно чужих. Значит, скоро будет полно трупов. Стрелялки мы будем сейчас сокращать численность наших противников. Вот это вот нехорошо. Да, не такая уж и легкая эта стрелялка, ладно. Надеюсь, это были последние камикадзе.
легко. Относительно легко получается одолеть этих противников, и я думаю, мы приблизимся к следующему уровню уже в скором времени. Так, опять же, неприятнейшие картины здесь можно наблюдать. Где же новое оружие? Очень бы хотелось его увидеть. Вместо этого нам даем броню, здоровье, много чего еще. Ну, если дают, то пригодится нам это в ближайшем будущем. Практически уровень 100 единиц здоровья был набран. Это за Джонса, мразь. Таким оружием на них ходить нужно. Так, я смогу это победить. Какая-то триумфальная арка появилась. Так, понимать бы, что это есть еще. Но я думаю, мы уже приближаемся к концу этой миссии. Да. Ну что ж, прыгнет еще кто-то на нас или нет? Что ж, начнем. Вот это, наверное, и есть окончание первой миссии. Ну что ж, друзья, благодарю всех за внимание. С вами был Ромулус, и до скорого.